Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в 9.10.2022. Сегодня у нас плюс 15 за бортом, 9.43. Мы находимся на первом проезде. И сегодня мы пойдем купаться на море вместе с нашим другом, которого мы давным-давно не видели. А что там? Сейчас я его ожидаю, подъедет и начнем наш видеосюжет. Купание, конечно, у нас получится экстремальненькое. Можете увидеть, как дождик тут все заливает. Хотя люди идут и на рыбалочку, я смотрю, и просто прогуливаются. Блин, у природы нет плохой погоды. Поменьше хотя бы, дай нам получить удовольствие, дождик. Ви так долго ждали, дорогие друзья, и вот он пришел. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Как ваша дичь, рассказывайте. Да, все отлично. Работа есть? Да, работа. Работа дураков любит. Ну ты же последний раз говорил, там работы столько, что прям... Ну, лучше, я говорю, что работы валом. Это самое хорошее. Блин, слушай, какая погода, в принципе, да, вырисовалась? Сейчас только что дождь шел до твоего приезда, прям так, и пошла вообще красота. Все, расскажи всем людям, ты купаешься или нет? Вот с тобой купался летом, и все. Мыться не перестал вообще-то, люди переживают. Да я ж не европеец, у меня там вот... Если они говорят, там, вот тебе Путин, я такой стою под теплым душем и говорю... Дай Бог тебе здоровья, Владимир Владимирович, что я под холодной водой не купаюсь. На море холодное, сейчас искупаешься, все нормально будет. А что там, холодное? Ну, я не знаю, честно, сколько сейчас будет. У меня тоже горячий, у меня там все нормально будет. То есть тепло? Да. Это хорошо. Да, стопим. Слушай, какая красота. Бля, это что такое? Пожар. Догорает. Интересно даже. ЧП. О, слушай, смотри, там вот мужчина только что купался. Да жарко еще. Слушайте, смотрите, ребята, у нас 10 утра на море. Люди купаются, прогуливаются, Анапа. 9.10.2022. Можете увидеть там какой-то пожар. Море, кстати, должно быть классное. А, тут купание запрещено, поэтому туда пошел. Я просто не знаю, где можно. Где можно купаться? Ты когда последний раз на море купался? Давай так. Вот с тобой когда. Зимой? Нет, вот летом. А, летом, точно, точно, летом было. Вот так вот живут местные жители, ребята. Кто думает, что тут каждый день все ходят купаться на море, вы, ну, прям очень сильно ошибаетесь. Ну, уже радует, что мы не одни купаемся на море. Все, погода хорошая нам. И было вообще все великолепно. Температура воздуха 18,8. Сейчас мы узнаем температуру водички по-быстрому с вами. О, у меня ноги все изрезаны ракушками, мидиями, которые в лимане обитают. Искал когда GoPro. GoPro, кстати, пока еще не нашли. Будем надеяться, что найдем. Пишите пока в комментариях, как вы думаете, какая температура водички. И ждем. Ну, мне кажется, она такая же должна быть, как и температура воздуха. В принципе, одинаково. 19,1 показывает. Смотрите, да что, я сейчас прям этот заметил, как он схуднул. Слушай, вообще прям красавчик стал. Спортсмены бегают по пляжу. Ну что, пошли? Попробуешь. Холод 19,1. Температура водички. Всем огромнейший привет во все ваши города. Желаем счастья, здоровья, чтобы все было хорошо и прекрасно. Давайте это на политические темы. Расскажи свое видение. Вот вчера такая ситуация случилась. Мы планировали вчера искупаться, но из-за того, что произошло, как бы мониторил ситуацию, все, что происходит, чтобы с вами поделиться по Крымскому мосту. Мы не поехали. Вот сегодня под дождем уже купаемся. У нас движение поездов и автотранспорта запущено. Автотранспорт пока по одной реверсивной полосе, хотя с утра обещали уже, что будет работать две полосы, и в кратчайшие сроки обещают восстановить Крымский мост. Как вы, что думаете по этому поводу? Да что я думаю, все нормально. Просто через людей умрет вот это вот. Интересно. То есть, думаешь, все будет хорошо? Ну, сейчас заморозил, все. Сейчас же поймут люди, что не выбирают. Сегодня писали, что в Германии там уже митинги начались. Да они сейчас где начнутся? Потому что когда не холодно дома, можно там сидеть. А когда дома холодно станет... Самое печальное, да, что? Встанут. Уже многие закрываются. О, что-то слушай, что-то я уже докупался. Просто русских никто не побеждал. Вот в чем проблема. У них. У них? Да. Да. Кстати, вот почему никуда не сбежал? А куда мне бежать? Ну, не знаю, ты же видел, все там куда-то бегут. Ну, русским я не докажу, что я армянин. Армянин мне не докажу, что я русский. Так что, чего мне бежать? Ой, слушай, вода потеплее пошла. Прям вообще хорошо. Вот за что я люблю GBT, что тут можно 2 часа идти, короче, и разговаривать.
все еще будет по пояс. Это примерно такой же ситуация, как на Намских пляжах. Хотя здесь тоже, если лево-право пройти, по-разному есть. Не, ну здесь песок, видишь, какой хороший. Да. По пляжу, по центральному идешь, как по асфальту. Вот видишь, песочек. Что тебе? Что песочек? Ух, водичка чистая, классно, но холодно. Надо почаще. Как люди купаются зимой, я не знаю. Вообще, что вы делаете? Красавчики какие-то. Я сейчас вот фиг зайду, зашел бы, если дождя не было. Все. Хорошо, медуза слева, аккуратно. И я тоже. Ой, красота-то какая. Вообще нормально. Вообще отлично, я бы не сказал, что даже нормально, потому что... Ого, вот это я заплыл. Глубоко? Ну, даже не достаю. Сегодня на календаре у нас 9 октября, а водичка 19 градусов. Слушай, здесь что-то загорелось. Слушайте, видно? Там мусор жгут. Думаешь, там и там? Ну да, после сезона. Так, еще раз говорю, почему не купаешься? Прям переживают люди. Где? Ну в море. Водку. Столько не купался. Не, ну в теплом-то что купаться? Ну, согласен с тобой, не очень интересно, но в этом году я, честно, купался прям. Работы было столько, что я был купаться. Да ты зимой купаешься, он всю зиму прокупался тут. В этом году не знаю. Без меня. Будешь еще купаться? Честно? Честно говоря. Типа пройденного этапа, когда ты думаешь, что ты этого не можешь сделать, ты это сделал. И все, галочка. Уже, если почувствовать, что... У меня там здоровье прибавилось, или мне там прикольно что-то. А так у меня такое же состояние, что зимой купаюсь, что я не купаюсь. А это я проверил, что я это могу сделать. Ничего сложного. И уже становится менее интересно. С этим согласен. Не, ну если совсем надо, давай купаться. Если согласен, мы только за. Если не надо, то не будем купаться. Можно, конечно, не каждый день, может, а через день, там, пару раз в неделю. Ну давай хотя бы так, чтобы форму не потерять. Потому что я же говорю, я после ковида что-то сэкануло. Чтобы не подорвать здоровье, да? Ну да. Ну давай тогда не будем затягивать, ныряй. Или ты не будешь? А, еще и нырять? А, ну кстати, голова болела. Медузка. Ну ты только... Привет всем. Авиация, но это причем малая авиация какая-то. МЧСники помогут. Оранжевые. Фиг его знает. Утро, вертолеты, море. Красота. Вот так вот. С утра у нас тут вертолетики вода летают. Отлично. Вообще шикарно. И не холодно. И не тепло. Ну. Прям идеально для того, чтобы взбодриться. С утра еще и дождик идет. Вообще хорошо. Так что, ребятки, все ваши города, вам огромнейший привет. Прям какой-то широкий дым начался такой. Рассказывай о своих эмоциях. Нормально, вот говорю, даже выходить что-то сильно неохота. Там холодно, потому что. Сегодня хоть покупают за все лето. Вот так вот, ребята, живут местные жители Анапы, близлежащих только районов. Только вы съезжаете, мы все начинаем купаться. Только мы вдвоем купаемся, никого нет. Ну там парень. Нет, ну вот чувак жив тоже. Искупался. Он, наверное, знаешь, это как приехал невзначай отдохнуть в октябре и решил же, раз заплачено, надо. Честно тебе сказал, я бы тоже в октябре я лучше ездил, вот как сейчас погода. Тишина, спокойствие, да? Ну да. Летом, говорю, даже голова плохо работает, когда работаешь. А сейчас, вот буквально сейчас спала жара, когда там недели две. Ага. У меня прям... Сейчас. Заряд бодрости появился. Двигаться я хочется. Да, я добегу или до машины кондюк включаю, или это в кабинете сижу. Слушай, там что-то взрывается. Выйду на улицу, все, у меня голова. Мне жарко, мне. Что это? Ну, что я тебе могу сказать? Что-то. Шифер взрывается, походу. Ну, не слишком, это не стрельба. Нет, я говорю, как будто шифер взрывается. Можешь бутылки. Все веселее и веселее наше купание. Ладно, пошли. Первый раз нельзя замерзнуть. Вот так вот прошло наше купание. Получен
максимум заряда бодрости и удовольствия. Единственное, вот что-то там горит и какие-то звуки взрывов машины. Мониторит ситуацию по пляжу. Поплавать, да? Да, водичка как стекло, конечно. В такой воде купайся, только и оздоравливайся. Ой, красота. Анапская. Сколько людей сразу повыходило? Слушайте, даже дождь, по-моему, не преграда. Юра вышел на пляж, раз всех рыбу жарит. Тихо. Там было? Нет. Вот он. Морской житель. Красавчик. Еще один, что ли, вертолет идет? В общем, такое вот утро в Джимате. Очень интересное. Самое главное, бодрящее. Еще один вертолет, ребятки, пошел. Теперь в другую немножко сторону. Что-то сегодня очень много вертолетов. Ну что, доволен хоть? Это самое главное. Вот чистый водой, да? Чистый. И не тёплый. Маши тогда всем ручкой. Пока-пока. Всем хорошего настроения. Не переживайте, все будет хорошо. Дай бог, что. Жизнь наладится, и все будет нормально. Мы это очень ждем. Всем пока-пока.